Вячеслав, вот, короче, смотри, вот есть такая тема, вот как раньше повелось. Вот стоит, например, пятиэтажка, ну, вот на районе. Вот в этой пятиэтажке должен быть обязательно свой дурак, своя собака какая-то во дворе шататься, ну, своя самогонщица, ну, и свой алкаш, короче, Не, ну смотри, конченый. вот я на Семашке жил раньше, да, в 15-м доме. А кроме дурака были все остальные. А дурака не было. Дурака не было. Дурака не было, да. И, ну, в нашем дворе не было. Ну, я вот Был в знаю. соседнем. Я помню, с одним чуваком разговаривал. Он такой говорит: о, в моем доме все как положено. Самогонщица есть, дурак есть. Там, да, там Собака нормально. вон вечно здесь ошивается. Собака была в листьях этих. И алкаш вон, дядь Сеня. Алкашей там много было. А вот Не. дураков как-то... Да нет, не было. У нас во дворе не было таких, что прям дурачье. А так на Цветаева дурак, блин, жил, Толик, блин. На Приборке, вот чуть, не в временном доме, а через дом Но это выше. уже считается районный дурак. Ну да, там был дурак, блин. Потом был дурак внизу. Вот, да ты живешь еще ниже туда. Ну, то есть, с другой стороны дороги только. Ну, там было, блин. А вот тот дурак, который там все нижние ветки на деревьях А, спилил. Женя, дурачок. Это в одном доме там их три было, блин, О, там видишь, не два, блин. перебор там был. Ну да, не распределились, блин. А что он делал с этими там ветками? Ветками? О, да хуй знаю, убирал их там, эти Он ветки. просто спиливал все ветки. Да, нижние, знаешь, блин, ну, до уровня второго этажа он спилил все. Как он туда Да хуй забирался? знает. Он пиздец был, ёптать. Он ходил, такие, знаешь, эти сандали, бля, у него были. Парусиновые штаны, такие вот, хлопчатые. И такая же у него эта накидка. И он ходил все время в красной этой пионерской пилотке. Зима, хуйма, ему похуй. У него прикид один. Вот так он ходил всегда. Там Прикольно. пиздец вообще. А вот этот, который там напускает, вы не Ну, пускай, это это он, Шурм да? есть. Не пускайте мне Не, пыль в он... окна, или что там он орал. Смотри, вот у него квартира, а под ней стояла лавка. Ну, там сидят эти, ну, кто-нибудь собирается там. Курит, понимаешь? А он потом листы вот такие вывешивал во весь пол окна, ёпта, не вдувайте мне в окна пыль, блядь. Ну такой бред, ёпта. Пиздец был вообще, блядь. Не вдувайте мне в окна пыль. Прикольно, блин. Ну и вот, и в этом доме, блядь, вот это Натова. Блядь, я забыл какой-то дом, номер. Там три было дурака таких. Вот этот, который там котов этих Не, разводил. диких сиамских котов это дед, это не это, он Светаев. Ну, это самое прикольное. А что там про котов-то было? Я Ну, забыл. он пьяный идет, мы его отловим, блин. Дед, ну что там, расскажи что. Он такой: я дрессирую диких сиамских котов, блин. Пиздец, мы там ржали, блин. Вот всякую, как загонит. Он пьяный, чудной был, блин. Как загонит херню какую-нибудь. Мы там ржали, блин. Развожу диких сиамских котов. Пиздец, вообще. По-моему, он в Носово доме жил. Там Нос, Ремес, дед этот, блядь, там пиздец тоже, блядь. Я когда переселился к вам на район, я слегка подохерел. Думаю, вот это особи тут Да, выпуливаются. есть тут, блядь, там. Какие-то вообще, блядь. А я еще когда узнал, что, оказывается, вы тут все в этих домах живете, вообще подохерел. Ну да. Есть там ебанизм, блядь. Ну, сейчас не знаю, я уж 100 лет там не бывал, не снимал. Какая-то там баба-мужик, там что-то еще А, было ляп, бы. ляп, Ольга Ковзин. Ее потом вычислили, что она Я мужик. недавно вспомнил, как этот сосед Куделька, короче, пришли к нему эти военком с этой, с мусорами, в армию его забирать. А он скрывался, бегал там. Ага. И начали искать, ну, блядь, нету, ёпты. А в ванне было замочено белье. Он под него залез и лежал там в ванне, ёпты. Его найти не могли, блядь. И не нашли. Нашли потом. Нашли. Дышать-то ему надо чем-то. И он всплыл. Вылез. Бля, подводная лодка, Куделька один. Кудель на втором этаже жил, на третьем. Пиздец. Подводная и сосед лодка. Вот это. Баба-мужик. А какой вычислили, что она мужик. Так она сама говорила, мы там ее, типа, аля, блядь. Она такая: зовите меня Шурик, блядь. А так она как баба ж выглядела. Она выглядела как чувак. А, как чувак. Ну, всем, а все думали, что это баба. Нет, Никак. ну, блядь, ну, мы знали, что это баба, понимаешь? А выглядела она как чувак.
За этим я Шурик. И что там произошло с этим Шуриком-то? А, подожди, там кто-то с Шуриком пошел куда-то там. Нет. Нет. Это лежала знакомая там, это, одна, в гинекологии. Ага. Вот. И, ну, в палате. И приходит, значит, мужик с бабой, блядь. Ну, кладут в больницу их. Короче, она думала, что мужик уйдет, а баба останется. А вышло наоборот. Баба ушла, мужик остался. Она охуела. И вот, короче. Это оказался этот Шурик. Да, да, Шурик. Во, какая канитель. Блин, Шурик. Вот так Шурик.